Приветствую всех в игре Rust. С вами снова Роман. Сегодня, ребятки, речь пойдет о верфи. Или о таком месте, которое называется как порт. Харбор. Обозначен он на карте. Я смотрю, там кто-то бегает. Ну, здесь внизу ходят бандиты. А вон там, по-моему, какой-то игрок бегает. Будем сегодня путешествовать в порту. Вот еще кто-то побежал. Меня засекли, что ли? Ух ты. Ух ты. Там, ребятки, стрельба идет. Пойдемте поможем. Вот это вниз. Ух ты, это по мне. Вот так вот. Вот так вот. Сколько тебе надо? Хватило тебе, парень. А там еще один ходит. Вот этот вот. Принимай. Принимай, далековато, правда. Но по нему попадает. Правда, он по мне тоже попадает. Ничего, потом полечимся. Есть. Завалил. Ну-ка, что у вас было, бандиты? Бандиты. Ничего хорошего. Ничего ценного. Ну вот, лекарство. Хоть что-то ценное. Патроны на вас только потратил, поросята. 10 патронов всего осталось. Не знаю, как воевать буду. Давайте исследовать этот порт. Я знаю, что здесь, ну, помимо ящиков, можно получить синюю карту доступа. Перед тем, как сюда идти, я взял с собой зеленую карту доступа и предохранитель. Это все понадобится для того, чтобы попасть в место, где можно получить синюю карту. Так, вот сюда нужно предохранитель вставлять. Это понятно. Блин, бандит стоит. У меня патронов-то мало. Так. А вот сюда, чтобы попасть, нужна, наверное, зеленая... Да. Зеленая, наверное, это карточка. Вон там бандюган. Еще один. Блин, патронов-то нет. Так, ладно, давайте попробуем попасть. Сюда нужно поместить вот такой предохранитель, чтобы электричество заработало. Потом мы включаем. Ах ты, уродец, все-таки пришел сюда. Так, включился у меня. Потом вот такая зеленая карта нужна доступа. Блин, у меня патронов-то не очень много. Ну-ка, давайте попробуем. Зеленая карта доступа. Опа, и мы попадаем сюда. И мы попадаем сюда. А здесь лежит синяя карта доступа. Вот. Вот зачем я сюда, собственно, и пришел. Ну и, конечно же, ящик. Со всяким барахлом. Так, теперь давайте... Это у нас что такое? О, что-то я включил. Что-то я включил. Этот урок так и бегает. Ну ладно, бегай, парень. Так, что-то я включил, ребятки. Не знаю только, что именно я включил. Так, а предохранитель-то я обратно могу взять?
Да, вообще-то могу, он вон тут тратится, кстати. Слушайте, я там что-то включил. Я не знаю, что там я включил, побежали. Не будем пока реагировать на этих бандитов. Вот так вот. Потому что бандитов там много, а предохранитель-то тратится. Я не знаю, что-то я включил. Какое-то устройство. Кнопочку я там нажал. Может, какая-то дверька тут где-то открылась? Даже не знаю. Ну, давайте сейчас пробегусь. Надо бы, конечно, все это изучить. Но здесь нигде ничего не открылось. Так, вот, может быть, туда наверх. Там, где лежала карта синего доступа, нажал кнопку. Она же там не просто так, эта кнопка. О, там сколько внизу бандитов все-таки стоит. Так, вот туда наверх. Нет. Или надо посмотреть по проводу, куда провод идет. Фиг его знает. Ну, кнопка зачем-то там была нужна. И что-то, наверное, произошло. Так, здесь у нас стоят корабли. Ящик. Со всяким барахлом. Мне почему-то думается, что вот эту кнопку я нажал, и открылась какая-то дверь. Понять бы еще, что за дверь и где она открылась. Здесь кран, но тут ничего нет. Потом он на тот корабль сходим еще. Но у меня второй предохранитель еще есть. В принципе, в случае чего мы снова там это все активируем. Ну-ка, работает? А, уже не работает, ребятки. Уже сдох. Так, ну а тут-то дверка открылась. Не, она так, она тут закрыта. Закрылась она, видите? Ну вот там была кнопка, которую я нажал. Что-то произошло. Так. А вот здание. В общем, я тут сейчас еще побегаю и посмотрю, может, если я найду где-то закрытую дверь, я тогда буду знать, что вот та кнопка открывает эту закрытую дверь. Вот в это здание, может быть, там. Ага, в него еще и не попадешь никак. Слушайте, а может быть, вот в это здание кнопочка-то открывается? Ну-ка, давайте еще разок попробуем проделать эту процедуру. У меня еще один предохранитель есть. Так. Что-то открылось. Слушайте, что-то где-то открылось. Нет, тут ничего не открылось. Где что открылось? А, вот эта дверь открылась. Слушайте, вот зачем вот эта кнопка? Раз. Теперь зеленым горит. Ну-ка еще разок. Вертолет летит. Может, вот эта вот дверка открывается, нет? Блин, ну я не знаю, ребятки, вот я там зеленую кнопку нажал,
чего-то ведь она сделана. Больше-то и ничего нет. Вот в это здание, мне кажется, ну... Как туда попасть? Дверей нет. О, зеленые. Может, надо быстро? Не. Нифига, это не срабатывает эта дверка. Ладно, фиг с ним, пойдем дальше смотреть. Самое главное, что я в этом здании получил синюю карту доступа. Тут, наверное, должны быть еще ящики. Ух ты, бандюга. Меня стреляет. У меня патронов нет. Патронов не очень много. Вот на этот бы корабль сходить еще. Ладно, ребятки, я еще тут побегаю. Продолжаю бегать в порту, лутать ящики. Так, ну, в основном барахло всякое попадается. Вот это что такое? Автомат Томпсона, ребятки, с патронами, с патронами. Ну-ка, сейчас мы вот этого бандита Томпсоном. О, как вот этот вот вроде сходит, видите, что хулиганит. Вот так вот. Видите, как хорошо ему прилетело. Слушайте, ну я пока так и не выяснил, что там эта кнопочка делает. Но чтобы было понятно, перед тем, как видео закончить, я расскажу, что вообще за карты доступа. Вот эти карты доступа в игре появились. Открывают они дорогу к таким вот местам, где ящики с хорошим барахлом. Самая простая зеленая карта, она... Так, она добывается... ну вот я достал около АЗС. На автозаправочных станциях заходишь, и на автозаправочных станциях находится зеленая карта. И, по-моему, еще на маяке вроде бы, как я взял. Ну, не помню. Точно помню, что на заправочных станциях, вот, Oxym Gas Station они называются. Вот здесь вот у меня она еще где-то была, вот тут вот. Вот там на столе зеленые карты доступа лежат. Зачем мне нужна зеленая карта доступа? Чтобы открыть вот, в частности, видите, в порту дверку, где лежит синяя карта доступа. Кстати, для того, чтобы это открывать, нужны предохранители. Видите, сейчас вот у меня предохранитель сгорел, а у меня, по-моему, больше нет. Да, у меня больше предохранителей нет. То есть вставляете сюда предохранитель. А предохранители, кстати, по-моему, то ли из бочек выпадают. В общем, вдоль дороги я бегал, лутал бочки, ящики, и, короче, вот оттуда эти предохранители выпадали. Вот в порту, вот здесь вот я нашел синюю карту. То есть, чтобы вот сюда попасть, мне нужна была зеленая карта. Я не знаю, по идее, там, в этом домике, я думал, не только будет синяя карта, но еще какой-нибудь ящик, но там ящика не оказалось. Так вот, теперь у меня есть синяя карта доступа. И с помощью этой синей карты мне теперь можно, вернее, даже нужно... получить последнюю красную карту доступа. Вроде бы как можно попытаться в аэропорту. Вот я схожу, следующий видеоролик, наверное, будет посвящен аэропорту, и в аэропорту получить красную карту доступа.
Ну, не только в аэропорту, но вроде бы где-то еще. Вот Water Treatment Plant. Вот сюда, может быть, сходить имеет смысл. Посмотреть, где стоят здания. Чтобы туда попасть, нужна была синяя карта доступа. Вот если я такие здания найду, там будет лежать красная карта доступа. Ну, а потом, имея красную карту доступа, по-моему, тут самое хорошее место, он называется то ли космопорт, что ли. Вот это вот, наверное, лаунч-сайт. Вот, и там самый хороший лут. То есть там стоят ящики такие самые хорошие, где самое ценное барахло можно находить. По-моему, вот это вот лаунч-сайт. Вот. Но я до туда еще далеко мне. Мне вот сейчас нужно еще получить красную карту доступа. Я попробую вот аэропорт еще посмотреть, облутать. И вот это вот Train Yard тоже попробую посмотреть, полутать. И сниму видео, где я добуду красную карту доступа. Здесь вот в аэропорту, в порту вернее, особо ценных ящиков я не нашел. И вот эта вот кнопка там наверху, что включает, так я и не понял. Но видите, как получилось, я сюда в аэропорт пришел, вот оттуда уже игрок бежал. То есть, может быть, тут ящики-то и стояли, а игрок уже эти ящики все облутал. Поэтому я только вот с краю зашел. Вот видите, тут уже дверь открыта. Вот они только начали теперь резаться, эти ящики. Пока я тут бегал, пошел респ ящиков, и сейчас, наверное, имеет смысл тут еще разок все пробежать, вот где этот игрок бегал. Может быть, ящики появились. Ну вот я смотрю, бочки появились-то точно. Значит, наверное, и ящики начали появляться. Но в то же время тут и бандиты будут сейчас появляться. Ну и у меня так загадка осталась, что вот эта кнопка открывала. И, кстати, вот это вот здание, и вот там лестницы, и как туда попасть, мне непонятно. Здесь вот никакой лестницы нет. Туда наверх вообще можно залезть? В общем, смутные у меня сомнения по поводу той кнопки. Но вот туда вот никак не залезть тут. Нету лестниц. Смутные у меня, конечно, сомнения насчет вот той кнопки. И еще любопытно мне вот эта вот вышка, которая там на краю стоит. И дверь запертая. Причем явно вышка-то не пустая внутри. И, наверное, туда внутрь как-то можно было бы попасть. Ну вот я пробовал, эту кнопку нажимал. Но вот эта дверь не открывалась. То есть там, видите, как будто пустота. И мне кажется, туда можно было бы попасть. А может, я просто ошибаюсь. Не знаю. Вот эта дверь, конечно, она меня смущает. Она такая подозрительная дверь. Вот эта. Замок висит. Вот можно туда попасть или нельзя, фиг его знает. Ну вот я пробовал, этот выключатель там нажимал, щелкал, но дверка не открывалась. У меня больше предохранителей нет, можно было еще попробовать. Ладно, ребятки, вот такое вот путешествие Ромки в порту. Если кто-то играет, вот можно здесь получить синюю карту доступа. Вот здесь вот. Все. На этом заканчиваю. Ждите следующего видеоролика. Наверное, все-таки я пойду на аэродром. Попытаюсь там найти место, где можно добыть красную карту доступа. Все. Всем пока, ребятки. Увидимся в Rust.